Депутаты Мособлдумы Дмитрий Голубков и Лариса Лазутина, а также окружные депутаты «Единороссы» проинспектировали важные инфраструктурные объекты в Одинцове. В Трехгорке продолжается строительство детского сада на 400 мест. Жители микрорайона его очень ждут. Работы начались в середине лета. На данный момент производится заливка и армирование фундаментальной плиты, заливка стен, а в скором времени начнется строительство цокольного этажа. Планируется сдача объекта к сентябрю, 1 сентября 2023 года. Вот. Сейчас все идет по графику, то есть отставаний нету. Вот. Все вопросы, которые трудные, мы решаем совместно с администрацией. Кроме того, в городе идет масштабная реконструкция эстакады в Отрадном. Путепровод был построен 37 лет назад, и за время эксплуатации силовые конструкции износились. Ремонт не проводили более 15 лет. Для беспрепятственного проезда автомобилей работы проводят в два этапа с частичным перекрытием дорожного движения. На отремонтированной части дорожного полотна движение планируют пустить уже в начале ноября. Ремонт эстакады в Одинцово на Можайском шоссе. Очень большой объем работы проделан. И сейчас вот строители уже, так сказать, делают последние элементы по укреплению мосту и дорожному покрытию. Также парламентарии осмотрели ход завершающего этапа строительства центра диспансеризации на улице маршала Бирюзова. Медицинское учреждение сможет принимать до 60 посетителей в смену. Модульный блок размещен рядом с поликлиникой, что позволит разделить потоки посетителей медучреждения, чтобы больные и здоровые люди не пересекались между собой. Очень важный объект для всего Одинцова. Здесь диспансеризацию смогут проходить десятки человек в день. Все профили, необходимые для диспансеризации, здесь будут представлены. И в ноябре этот объект будет сдан. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».